Основная идея – дополнить пространство театра тем местом, где ребенок может свое впечатление проиграть. Очень важно после окончания спектакля побыть в этом состоянии, потому что ты чем-то впечатлился. И ребенку очень важно это на своем языке поговорить. Театр – это чарующая вещь. Но здесь, когда ты под этим очарованием выходишь и можешь сам поиграть в какие-то игры, которые созвучны с тем, что делали только что герои, это очень важный такой момент. В цепочке трансляции ценностей будет очень важное звено, которое позволяет говорить ребенку на его языке, на языке игры. Сегодня первый наш опыт, и, по-моему, это как раз и удалось. Мне кажется, что городской центр проектного творчества нашел очень точные вещи именно для того, чтобы с этими нашими спектаклями работать. Нам очень не хватало именно такой истории, вот как с самыми маленькими. Мне кажется, что здесь это совпало. Очень рада, что в нашем любимом театре «Глобусе» такая инициатива появилась. Считаю, что это очень важно, когда ребенок посмотрел спектакль, и он находится под эмоциями, чувствами. Ему очень хочется что-то отдать, поделиться впечатлениями. И вот замечательно, что открылась игровая гостиная. Теперь дети могут отыграть вот эти эмоции, поделиться своими впечатлениями и благодарностями с актерами театра через игру.